Сегодня в рамках 90-летия со дня рождения известнейшего татарстанского археолога в Институте международных отношений КФУ произошло сразу два важных события. Открытие мемориальной аудитории имени Альфреда Халикова и презентация стены почета прославленных историков Казанского университета. В этот знаменательный день в стенах Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия собрались родственники, друзья и ученики великого исследователя, а также нынешние студенты-археологи. Александр был человек, как сказать, демократ до мозга костей. Он сам был неудержимым археологических разведок. Как только весна, у него, он говорит, как у коня старого поднимается чувство. И он уважал каждого человека, и с ним могли и спорить, и все. И он никогда не запрещал там заниматься той темой, разработкой которой, которая пока что не была известна вообще-то. Альфред Хасанович в жизни и в работе как научный руководитель всегда отличался большой жизнерадостью и вниманием к людям, с которыми работал. Его огромный энциклопедический ум, знания, нетривиальные, нетрадиционные подходы к решению проблемы всегда являлись примером и подражания, и попыткам научиться этому способу мышления, оценки ситуации. Напомним, что 18 мая в Казанском университете открылась выставка памяти Альфреда Халикова. Посетить ее в музее имени Лобачевского можно будет до 30 июня. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз.